Приденс. Добрый день, дорогие друзья! Наша родина – Приморье. В нем проживает более 39 национальностей, самая многочисленная национальность – русские. Дом детства и юношества имени Крыгина представляет коллекцию русских женских костюмов «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Данные модели являются сценическими стилизованными народными костюмами ансамбля танца «Звездочки» и созданы его руководителями Верой Васильевной Кошкиной и Екатериной Владимировной Севериной при активном участии детей и родителей. Россия – огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась. В костюмах отражены особенности хозяйственных занятий народа, географические и климатические особенности. Наиболее типичными составными элементами русской одежды были рубахи, передники, сарафаны. Рубаха – основа женского русского костюма. Это длинная холщовая нательная одежда, у рубахи круглый ворот, иногда со сборками. Есть разрез и длинные рукава. Такая рубаха обязательно подпоясывалась, считалось, что пояс – магический оберег. Снимать его не разрешалось. Орнамент рубахи также служил оберегом. Вышивались эти узоры там, где одежда касалась открытого тела – рукава, плечи, ворот и подол рубахи. Поверх рубахи надевались дополнительные элементы, например, сарафан. Это высокая юбка, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок и безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи. Интересным элементом русского костюма является передник, который не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный вид. Дополнением праздничного костюма служил нарядный носовой платок, который принято было держать в левой руке. Более подробно мы представляем курский костюм. Сарафан выполнен из ткани черного цвета. Декор в виде лент располагается по подолу, лямки обшиты полосками. Лиф декорировался вышивкой шерстяными цветными нитями и блестками. Женская рубаха с рукавами длиннее рук, которые завершались длинными узкими манжетами, по низу собраны в частые сборки. Ворот украшен узкой полоской ткани. Особенностью женского северного костюма было то, что рубаха преимущественно белого цвета из дорогих шелковых тканей, вышитых хлопчатобумажными, шелковыми и золотыми перейденными нитями. Во Владимирской губернии бытовал женский сарафанный комплекс, характерный для северных великоруссов. Поверх сарафана надевали нарядную душегрейку, япанечку, коротенькую кофточку на лямках, похожую на сарафанчик. В смоленском костюме прослеживаются черты юга. Прямая красная рубаха с рукавами, украшенными горизонтальными полосами. Узкую полоску нашивали на ворот рубахи, на манжеты, выпуская из-под них воланы ткани. Рязанский костюм состоит из длинной рубахи красного цвета, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду – паневу. Панева – это юбка, состоящая из кусков шерстяной или клетчатой ткани. Основной фон ее был чаще всего синий. Клетка в основном квадратная или слегка вытянутая по вертикали. Костюм завершается декоративными плечевыми накладками и чепкой, нагрудным украшением из бисера. Головной убор завершает весь наряд, делая его цельным. Он зависит от возраста и семейного положения женщины. Девичий головной убор – это более или менее широкая повязка, завязывающаяся сзади. Макушка и спадающая на спину коса оставались непокрытыми. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. Одним из них в старину был убрус – головной платок, надеваемый поверх повойника в мягкой шапочке или кокошником. Кичку носили с паневой. В нашем костюме представлена копытообразная кичка. Чтобы удерживать массивный убор, женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» – ходить задрав нос. Кокошник – самый знаменитый русский головной убор, носили с сарафаном и юбкой. Кокошники обшивали жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галоном и кружевом. Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде,
на подобную одежду стоит каждой красивой.